институт помещается в бывшем странно-приимном доме графа Шереметьева, построенном архитекторами Назаровым и Кваренги. Изумительные фрески встречают здесь каждого входящего. Я нашел упоминание о них в старых книгах, решил проверить. И под толстым слоем штукатурки обнаружил чудо. Фрески Доминика Скотти. Искусство росписи фресок во многом сродни искусству хирургии. Оно требует от мастера полной отдачи духовных сил для воплощения замысла в считанные минуты. Ошибаться нельзя. Работать здесь почетно, в соседстве с образцами высшего творчества, в стенах, где жив дух Пирогова, Склифосовского, Бурденко. Из лекции профессора Юдина. Отдав дань великим предшественникам и современникам, Сергей Сергеевич Юдин провозгласил: «Вперед с Гиппократом! Лечить надо не болезнь, а больного». Это стало заповедью юдинской школы. Попытаемся представить, каким он был, этот легендарный хирург. Прислушаемся к голосу тех, кто его знал, кто стоял с ним за операционным столом. Необыкновенная трудоспособность, необыкновенная преданность делу, необыкновенно выраженный патриотизм, любовь к больному человеку, к русской хирургии. Человек отдавал себя всего своей работе, он горел, как говорят, горел с двух концов. Мы понимали это. Перед операцией однажды Сергей Сергеевич подошел уже к столу, я стояла вторым ассистентом, он вдруг поворачивается ко мне и говорит: «Кать, как начинается шестая симфония?» Я ему робко говорю: «Фаготное соло». «Правильно». Да, это верно. Ра-ра-рам. Да-ра-ра-рам. На мою профессиональную деятельность непосредственное влияние оказывала музыка. Перед особо трудными операциями я привык перелистывать партитуры шестой симфонии Чайковского. Небыкновенно мягкие, небыкновенно гибкие, очень хорошо и мягко обращались к ткани. Он, в смысле, например, у него концевая фаланга прямым углом, что давало большой эффект при операциях на нижнем отрезке пищевода. Руки Юдина. Они притягивали к себе как магнит. Мастера живописи и скульптуры старались передать их своеобразие. Таким увидел Юдина художник Нестер. Юдин отличался тем, что он все испытывал новое и очень объективно оценивал. Юдин — пионер в хирургии желудка, пионер в пластике искусственного пищевода. Операции на пищеводе Юдин выполнял артистически. Кадром, который вы сейчас увидите, почти 40 лет. Операция Юдина. Как это делается? Вскрываю брюшную полость, кладу руку на опухоль, беру аккорд и вижу, что опухоль удалима. Я никогда не считал себя ни крупным, ни оригинальным ученым. Я не лишен был способности довольно верно оценивать новые течения и поддерживать их. Была интуиция, недоступная анализу. Так строго оценил себя хирург, проделавший сотни уникальных операций, написавший 215 научных работ, из которых 17 – монографии. Дорогим моим друзьям, ассистентам и ученикам, мужественно защищающим нашу страну, Петрову, Арапову, Капцеевской, Бочарову, Островской, Виноградовой, Ставровской и Хорошко, я пишу эти строки под дружные залпы зениток, отбивающих ночные налеты на нашу столицу. Мне близко знакома ваша жизнь по воспоминаниям четверть века назад.
Когда я сам был молодым, и мне неком было думать и волноваться. Теперь думать мне есть о ком, а волноваться нет. Я настолько уверен в каждом из вас, в ваших знаниях, выдержке, чувстве долга и патриотизма. Я люблю вас всех как брат. Я горжусь вами как отец. Я жду вас к себе, в нашу родную Москву, родную клинику, как победители. Храни вас судьба. 11 воскресенье 41 года. Фронтовую жизнь я знаю, поскольку 3 года прошлой мировой прошел за уряд врачом, в 1915 году тяжело контужен. Осенью 19 года, будучи демобилизован с военной службы, я отыскал своего старого друга, доктора Иванова, и мы стали с ним работать под Москвой, в Захарьино. И вечерами я слушал рассказы Алексея Васильевича. Они были для меня незаменимыми уроками врачебной этики, морали и сознания долга. На чердаке больницы находилась моя собачья операционная. Там я начал работать над проблемами спинномозговой анестезии. Монография Юдина «Спинномозговая анестезия» была завершена в Серпухове, где молодой хирург работал уже самостоятельно. Сюда, в Серпухов, приезжали в ту пору светила отечественной хирургии, чтобы увидеть его работу. Из письма профессора Губарева Юдину, 1924 год. «Не скрою от вас, что я до сих пор нахожусь под обаянием впечатлений от той хорошей, бодрой хирургической работы, которую я увидел». Из Серпухова Юдин командируется в клинике Германии, Франции, Испании, Англии, США. Он вернулся в конце 20-х в Москву и принял назначение на пост главного хирурга Института имени Склифосовского. Вот так выглядела полвека назад наша скорая помощь. Слава в те годы приходила к достойным стремительно. Пришла она и к Юдину. Чуть что надо вести к Склифосовскому. Там Юдин, знаменитый Юдин, лучший хирург в Советском Союзе, да может и в мире лучший, читаем в воспоминаниях Сергея Владимировича Образцова. Институт Склифосовского буквально становится хирургической меккой. Он мог оперировать все, но высшего мастерства достиг при операциях желудка. Государственная премия за разработку способов пластического восстановления пищевода. Гран-при за операции при резекции желудка. Этюды желудочной хирургии. Так поэтично называл он сугубо научные труды. Воистину и скальпель, и фрески. В этом собрании пестрых глав благосклонный читатель сможет найти не только некоторые практические указания, но уловить плоды ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. С этим человеком связана одна из драматических страниц в жизни Юдина. Профессор Шамов. Шамов в лаборатории провел удачные опыты по переливанию крови, остающейся в сосудах после смерти. Нам надо применить это в клинике. Опыт на человеке? 23 марта 30 года в институт были одновременно доставлены 2 человека. Мужчина с полной потерей крови и старик, погибший в автомобильной катастрофе. Для первого был шанс остаться в живых, второму уже ничем не поможешь. Эксперимент на человеке? Юдин идет на риск. Переливание прошло благополучно. Судебные эксперты засыпали меня вопросами, на которые я ничего не мог ответить. Спустя 12 лет смелость Юдина оправдала себя на полях сражений сотнями спасенных жизней. За эту работу Юдин и Шамов удостаиваются Ленинской премии. Юдин посмертно.
помощь вам, друзья мои. Намеревался послать очередной отчет, но в самую новогоднюю ночь неожиданно занемог. Случился инфаркт миокарда. Январь 42-го года. Спустя несколько месяцев Юдин уже в строю. Консультант при главном хирурге Советской армии. Перед вами кадры военной хроники. Профессор Юдин оперирует в полевых условиях. Второй Украинский фронт, 1944 год. Сколько было таких показательных операций в медсанбатах, в партизанских землянках, в санитарных поездах? Если дозволительно спросить себя, что ты дал своей стране на поле брани, я отвечу. Я готовил разносторонних хирургов. В самые критические годы войны мы массово внедряли сульфамидотерапию, глухую гипсовую повязку и целый комплекс лечения военных переломов. Сконструированные Юдиным походные операционные столы, пульверизаторы для обработки ран, ЦУК-аппараты находили широкое применение. Он лично оперировал немногих. Но тысячи незримых нитей связывали его с теми, кто прошел горнило испытаний. Как хирург медсанбата могу сказать следующее. Он разрабатывал одну из самых сложных и трудных проблем огнестрельные переломы бедра. И благодаря своей энергии, вот все, что он получил здесь, на материале 41-го года, когда непосредственно поступали раненые близко, да, из-под Москвы, все очень быстро имплантировалось у нас в медсанбате на первом хирургическом этапе. Это, например, вот обработка бедра, я, например, так и писал коротко по Юдину. Почетному члену Королевского общества хирургов Великобритании, Американского, Пражского, Каталонского общества хирургов, почетному доктору Сорбонны. Врачи Королевского общества преклоняются перед усилиями русских воинов, спасших цивилизацию. Надеемся на процветание сотрудничества. Эти кадры сняты 4 июня 1948 года. За разработку новых методов восстановительной хирургии Юдину присуждена государственная премия. Искусство его операций, по свидетельству современников, не только восхищало, но и пробуждало творческий импульс. Когда я приезжаю в Москву, я считаю своим долгом сходить в художественный театр и художественную мастерскую Сергея Сергеевича, куда приходят любоваться работой большого художника даже те, кто его ругает. Профессор Джанелидзе. Просто до гениальности. Я увидел операцию волшебства. Профессор Красовской. Хирургия – высшее искусство. Тут нужны четкость и быстрота пальцев скрипача и пианиста, глазомер и зоркость охотника, способность различать малейшие нюансы цвета, как у лучших художников. Операция волшебства. Именно так в свойственной им манере ее отразили кукрыниксы. Шел 1948 год. Сергею Сергеевичу Юдину 57 лет. Слава не отягощала его. Легко и стремительно отдавался он завтрашнему дню. Так хочется своей книгой, лекцией, юмором или просто шуткой побороть апатию. Действуя на живое чувство, возродить интерес к научному прогрессу, к высоким стремлениям, к благородным порывам. Нередко в том году призывал он к себе самых близких своих учеников, и они мечтали. Мечтали о будущем института, о будущем хирургии.
есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в мгновении чумы. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Сердце остановилось внезапно 12 июня 1954 года. Одним из последних, кто общался с Юдиным, был академик Петровский. Передо мной фото Сергей Сергеевич Юдин Папилюры. Это старая операционная, хотя для того времени была очень хорошей. Но он мечтал о большем. Он считал, что институт Склифосовского должен стать международным центром хирургии. Каждый раз, когда я бываю в институте Склифосовского, вот теперь в новом здании этого замечательного учреждения, я всегда вспоминаю Сергея Сергеевича как выдающегося деятеля нашей науки и замечательного человека. Если в искусстве хирургии мы можем сравнивать Юдина с другими талантливыми врачами, оставившими после себя громкую славу, то личность Юдина остается неповторимой, несущей в себе особое творческое очарование. Он мог стать музыкантом, художником, писателем. Он выбрал хирургию, но относился к ней как к сотворению искусства, высоко и торжественно. Уважаемые коллеги, гости, друзья, я сегодня рад приветствовать в этом зале всех тех, кто пожелал быть на нашем сегодняшнем мероприятии. Зарегистрировано, как насколько я знаю, больше 800 человек. И это радует, что это вызывает большой интерес у наших коллег. Сегодня мы собрали конференцию под названием «Оказание скорой и неотложной медицины раненым и пострадавшим пациентам при массовом поступлении». Но эта конференция, она была совместно с обществом врачей неотложной медицины. Это третий съезд совпал с этой конференцией, третий съезд врачей неотложной медицины. И мы отмечаем также 125-летие известного хирурга, как вы уже видели на экране, в кино Сергея Сергеевича Юдина. Почему именно институт Склифосовского? Потому что, как вы видели, он свои годы хирургической деятельности в основном провел в стенах института имени Склифосовского. Вы знаете, эту конференцию я когда-то, мы начинали ее, задумали такую конференцию. Это конференция с участием ведущих клиник Санкт-Петербурга. Это первый медицинский университет Санкт-Петербурга, это институт имени Джанилидзе, это военно-медицинская академия, это институт Вишневского, госпиталь Бурденко, наш институт. Вот такие вот учреждения были задействованы, потому что я, когда с Вероникой Игоревной встречался и рассказал о нашей идее, она
эту идею приветствовала и сказала: да, совершенно справедливо, что вы такое совещание, конференцию собираете. В мире сегодня ситуация, которая подсказывает, что людям надо быть готовым. Да, к счастью, нашу страну миновала этот террористический акт в таком масштабе, который мы слышим, но готовим к этому надо, сказала Вероника Игоревна и одобрила нашу конференцию. И значимость тому, что у нас сегодня присутствует первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Николаевич Каграманян. Игорь Николаевич, прошу вас взяться на слово. Да, отсюда. Глубоко уважаемый Могилев Шалович, уважаемые коллеги, позвольте прежде всего от Министерства здравоохранения Российской Федерации, лично нашего министра Вероники Игоревны Скворцовой, приветствовать участников конференции 3-го съезда врачей неотложной медицины и в вашем лице всех тех, кто сегодня находится на своих рабочих местах, оказывает скорую неотложную медицинскую помощь, потому что тот вклад, который вносите вы, который вносит врачебное сообщество, фельдшеры скорой медицинской помощи, все те, кто участвует в оказании скорой неотложной медицинской помощи, он неоценим в сохранении здоровья, сбережении здоровья наших людей. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы подчеркнуть, это во многом, конечно, навеяно тем фильмом, который мы с вами только что посмотрели. Знаменитая такая замечательная фраза выдающегося советского хирурга, академика Бориса Васильевича Петровского о том, что в мечтах Сергея Сергеевича Юдина, фильм, о котором мы с вами посмотрели, выдающийся хирург, организатор медицинской науки, здравоохранения, фронтовой хирург, по трудам и традициям которого до сих пор работают наши хирурги, произнес фразу Борис Васильевич такую, что в мечтах Сергея Сергеевича Юдина было, чтобы когда-то институт Склифосовского стал центром мировой хирургии. Вы знаете, я думаю, что те, кто сегодня трудится в институте Склифосовского, они без преувеличения, но с гордостью могут сказать, что мечты Сергея Сергеевича Юдина воплотились в жизнь. Глубоко уважаемый Могилев Шалович, я хотел бы в этой связи высказать слова искренней огромной признательности в ваш адрес, потому что то, что делаете вы, то, что делает ваша команда, а как-то так вот при входе в здание Могилев Шалович, ну, на ходу обронил фразу, вот вчера очередная операция, 45-я пересадка легких. Это выдающееся достижение, и это продолжение традиции Сергея Сергеевича Юдина. Вам за это огромная благодарность и огромная признательность. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Ваша деятельность, как и деятельность всего врачебного сообщества, она по достоинству оценивается обществом, государством. Я хотел бы подчеркнуть, что руководство страны уделяет постоянное внимание совершенствованию и повышению доступности и качества медицинской помощи, и особенно то, что касается оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Вы знаете, что на старте приоритетного национального проекта здоровья одним из важных направлений было обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. В этом году руководством страны приняты соответствующие решения, и благодаря постановлению правительства Российской Федерации в эти дни завершается поставка автомобилей скорой медицинской помощи в регионы нашей страны. Всего будет поставлено 1819 современных автомобилей скорой медицинской помощи отечественного производства, оснащенных хорошим современным отечественным оборудованием, что позволит нам практически на 20% обновить парк автомобилей скорой помощи. И мы надеемся, что эта программа будет реализовываться на регулярной основе. Могилев Шалович сказал, насколько важна отработка алгоритмов оказания скорой неотложной медицинской помощи, особенно при чрезвычайных ситуациях. И мы видим это на вашем примере, на примере наших с вами коллег, что когда такого рода ситуации возникают, медицина, оказание медицинской помощи всегда очень достойно и на высоте. И я хотел бы еще раз выразить огромную признательность всем присутствующим в зале, всем тем, кто сегодня
трудится на своих рабочих местах, профессиональному медицинскому сообществу в лице присутствующего здесь президента Национальной медицинской палаты Леонида Михайловича Рошаля, вклад которого тоже неоценим в совершенствование оказания скорой медицинской помощи. Достаточно привести такой факт, что два человека, присутствующих в президиуме, это Леонид Михайлович Рошаль и Сергей Федорович Богненко, как главный специалист по скорой помощи Минздрава России, завершили в прошлом году работу по инициативе профессионального медицинского сообщества по совершенствованию порядка оказания скорой медицинской помощи. Уважаемые коллеги, я желаю плодотворной работы конференции и всем добра, здоровья и успехов в нелегком, но исключительно важном труде на благо здоровья населения нашей великой Родины. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. И то, что Министерство здравоохранения уделяет большое внимание, как только что сказал Игорь Николаевич, экстренной и неотложной помощи, об этом еще и говорит присутствие здесь руководителя Департамента экстренной помощи Российской Федерации госпожи Гусевой Оксаны Игоревны. Вот она по правую руку, вы видите. Там находится здесь. У нас находится также доктор Мира, так его называют, и так мы его называем. Детский доктор. Детский, ну он и детский, и взрослый, он доктор Мира. Я хочу предоставить слово Леониду Михайловичу Рошалю. Дорогой Магель Шалович, зря, конечно, так как-то попроще. Поскромнее. Да. Я поздравляю всех с открытием очередного съезда. Здесь сидит, без преувеличения слов сказать, лучшая среда российского здравоохранения. Люди, которые напрямую стоят у жизни и смерти. Те, которые первые встречают горе. И первые оказывают помощь. У нас очень много сделано в стране. И наша служба, и МЧС, и медицина катастроф, она является одной из лучших в мире. Это правда. Мы работали во многих странах мира и видели, как работает МЧС и отношение государств и населения стран мира к работе МЧС. И у нас в стране тоже. Мы реальные люди и видим, что у нас есть огромные достижения, но у нас есть и проблемы, это правда. И мы эти проблемы знаем очень хорошо, и профессиональные проблемы, и проблемы, связанные с финансированием, и проблемы, связанные с организацией нашей работы, с профессиональной подготовкой и со многим другим. То, что сейчас правительство восполняет парк медицинских машин скорой помощи, это замечательно. Но кадровая проблема у нас остается очень острой. И мы до конца, по-моему, сейчас уже поставим точку и разрешим тем, кто оканчивает медицинский институт, работать на скорой помощи. Допуск такой должен быть, может быть, даже пораньше чуть-чуть. Не обязательно в бригадах ПИПов, да, но в линейных бригадах, вторыми, надо насыщать нам эти бригады и по оснащению, и по другим вопросам. Но понятие такое есть четкое, и мы в этом плане двигаемся. Второй вопрос, который волнует в определенной степени, это как отразится модернизация, последняя, иногда не очень продуманная, здравоохранение, сокращение коек и сокращение специалистов на вопрос оказания помощи при катастрофах и при различных терактах. К терактам надо готовиться. Надо готовиться сегодня, потому что мы никогда не знаем, когда они произойдут, какого они будут масштаба. И мы так готовы, но чтобы... Я имею такую фразу... чтобы был какой-то люфт,
между койками и штатами и тем возможными последствиями терактов, которые будут. Потому что если мы сократим настолько, что при большом теракте некуда будет класть и некому будет лечить, это вопрос серьезный. Поэтому при модернизации и оптимизации здравоохранения нужен вот этот вот люфт нам все время с вами иметь и помнить, что он нам необходим. Я поздравляю вас с открытием еще раз этой конференции. Желаю всем успеха. И думаю, что каждый из вас уедет отсюда с благодарностью. И отдельное спасибо вам за фильм. Фильм просто замечательный. Огромное вам спасибо, спасибо за фильм. Самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Леонид Михайлович. Но у меня вот такое предложение есть для того, до того, как начать основные доклады нашей конференции, то я хочу сказать, что мы, как скифосовцы обычно, все знают, как правило, и я хочу сказать для всех, что мы в 13-м году, 90-летие, отмечали Института Скифосовского, и тогда Общество врачей неотложной медицины учредило медаль имени Сергея Сергеевича Юдина, которые вручаются за заслуги в неотложной помощи. Они вручаются по 7 номинациям. И я хотел бы вот сейчас до начала этапа, основного этапа и докладов, все-таки эту традицию продолжить и вручить медали, которая была по решению Президиума Общества неотложной медицины, медали номинантам. И вот первая медаль, как я уже говорил, что Вероника Игоревна, она принимала самое активное участие для того, чтобы это осуществилась эта конференция. И вот мы медалью Юдина за заслуги в неотложной медицине за организационную деятельность награждается Вероника Игоревна Скворцова. Медаль мы по просьбе Вероники Игоревны передадим ее первому заместителю Игорю Николаевичу Гаграманяну. Спасибо. Игорь Николаевич, пожалуйста, спасибо. Передайте Веронике Игоревне. Медалью Сергея Сергеевича Юдина за заслуги в неотложной медицине, за научную деятельность награждается Сергей Федорович Гончаров. За науку и за практику. Служу России экстренной медицинской помощи. Я не буду, наверное, садиться, это вот поднимается штука. Так, медалью за заслуги в неотложной медицине, за научную деятельность награждается Владимир Алексеевич Парханов. Владимир Алексеевич. Медалью Сергея Сергеевича Юдина за заслуги в неотложной медицине, за административную деятельность награждается Аганес Аганесович Саруханян. Профессор Саруханян, где он? Аганес Саруханян, большое удовольствие. Спасибо большое за доверие. Спасибо. Спасибо большое. Медалью Сергея Сергеевича Юдина за заслуги неотложной медицины, за практическую деятельность награждается Сергей Владимирович Смирнов, руководитель ожогового отделения НИИ Скифосовского. Наконец, медалью Сергея Сергеевича Юдина за заслуги в неотложной медицине, за благотворительную деятельность награждается
народный артист СССР, народный артист Российской Федерации и большой друг Института Склифосовского Иосиф Давидович Кобзон. Иосиф Ильич, пожалуйста. Игорь Николаевич, извините, что вас беспокою. Уважаемый президиум, не менее уважаемые присутствующие в зале, я благодарю за честь и хочу вам сказать, я с особым вниманием смотрел на этот фильм о гениальном Юдине и слушаю выступление. Неотложная помощь. Как я с ней знаком? Присутствующий здесь Леонид Михайлович Рошаль не даст мне соврать. Я принимал участие во время землетрясения в Спитаке. Я 9 командировок совершал в Афганистан и в Чечню. И Чернобыль. Везде, где люди находились в экстремальных обстоятельствах, я, как гражданин, считал своим долгом принять участие в спасении. И вот что хочу вам сказать, уважаемые присутствующие, уважаемый Анзор Шалович. Как жаль, что наше правительство и руководство страны не обращает внимания на неотложную медицинскую помощь должного внимания. Чем закончился Беслан, вы знаете. Чем закончился Нордост, вы тоже знаете. Тем, что не готовы были к оказанию своевременной, неотложной медицинской помощи. Не готовы были. А сейчас вот то, что сказал Анзор Шалович во вступлении. Мир находится в напряженном состоянии. Я не хочу, чтобы вы пугали население, но подготовить наш народ и население к возможным неприятностям надо для того, чтобы спасти наш народ. Поэтому я благодарю вас за высокую награду и готов служить всеми возможными средствами и помогать вам. Но прошу вас и прошу президиум обратить внимание на то, чтобы правительство подготовило наш народ к возможным катаклизмам. И не дай Бог, если они произойдут, нам будет гораздо легче. Спасибо вам за ваш неоценимый труд. Успехов вам. Значит, мы сейчас совместно с Минздравом, да, Национальной медицинской палаты, работаем над законом, приравнивающий нападение на медицинского работника во время служебных обязанностей к полицейским и даже строже. Нам говорят, а какая разница? А учитель возьмите, там, я не знаю, на улице кто-то кого-то ударил. Есть закон, вот по закону и судите. Но наша специальность отличается от многих других. Отличается от специальности того же учителя, да, инженера. Потому что за нашими спинами стоит больной и стоит жизнь. Если человека, врача скорой помощи, фельдшера, выводит из строя, кто будет оказывать помощь дальше? Недостаток машин, где-то кто-то умирает. Или того же, возьмите, рентгенотехника, которого избили.
он оказался в втором отделении, не может выполнять свои функции. А через минуту привезли там человека с пневмотораксом, с тяжелой черепной травмой, сочетанной травмой. Кто будет делать рентгенограммы? То есть за нами, за нашей спиной стоят больные и стоят жизнь. Поэтому у нас все основания являются к тому, чтобы мы добьемся этого закона, который однажды Дума отклонила. Но вот мы попросим и вас, Иосиф Давыдович, посодействовать этому и принять участие и «Единой России», даже нас поддержать. И в первом ряду стоят сотрудники врачи скорой помощи. Поднимаются там сумками на 8-й этаж без лифта, а его не то что обматерят и ударят, и все, что хотите, сделайте. Дошло до того, что в некоторых у нас краях врачи скорой помощи с полицейскими едут на вызовы. Это куда годится? Такой закон нам очень нужен, и мы обязательно добьемся его. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Леонид Михайлович. Уважаемые друзья, мы продолжим награждение. Теперь уже награждается дипломом за лучшую публикацию в журнале Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» за 2015-2016 годы. Награждается Румянцев с авторами «Город Тверь» за статью «Неоперативное расправление инвагинации кишечника у детей методом гидроэхоколоноскопии». Пожалуйста. Диплом вручается Соколову Виктору Викторовичу за статью «Инвагинационная методика формирования анастомоза при протезировании восходящей аорты у пациентов с острым расстоянием аорты типа А». Это сложные и редкие операции, которые были разработаны вот автором с своим коллективом. Ну, я всей души хочу поблагодарить и сказать спасибо сотрудникам учреждений, при участии которых этот форум готовился, а также нашим партнерам, без помощи которых навряд ли мы смогли провести все эти мероприятия. Разрешите мне вручить благотворительные сертификаты партнерам нашей конференции. И это генеральные партнеры «Ангелайн», ООО «Ангелайн». Есть тут представители? Спасибо. Браун Медикал. Я вижу, что это Би Браун, как в анекдоте. Ну, написано было Браун Медикал. Pfizer компания. Спасибо вам большое за оказанную помощь. Спасибо. Ну и нашим партнерам, которые также нам оказывали посильную помощь, это Astellas Pharma. Astellas Pharma. Ну, приготовится Boston Scientific International. А, вот G. Hedoxon Nicomed. Минимальные инвазивные технологии. Приготовиться Air Pharma. Спасибо вам большое. Спасибо. За помощь. Air Pharma. Нету? Не вижу. Siemens здравоохранение. Оказывайте помощь. Тошиба. Приготовится компания Philips.
Позвоните через час. Алло. Спасибо вам большое. Спасибо. Компания «Метроник», я, по-моему, пропустил. Нет, да. Правильно, не перепутали? Спасибо. Спасибо вам. Ну и последняя компания «Фрезениус». Сейчас все компании, иностранные и наши, которые спонсируют, будут давать конкретные сведения, кому и чему они сколько дали. И аккуратно. Информационному официально партнеру совершенно. Первый медицинский канал. Есть он? Только как мы будем проводить конференции, съезды и так далее, при такой удавке, не знаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.